Приветствую вас. Ну, смотрите. Во-первых, вы пишете о том, что, значит, у вас с женой двое детей, да, что вы хотите развестись со своей супругой. Но она не хочет с вами разводиться и манипулирует ребенком, да, то есть говорит, что ребенок вам не нужен. Значит, во-первых, в любом случае, вот просто в любом случае, вы от своего ребенка никуда не денетесь. То есть фактически для ребенка действительно развод — это что-то такое серьезное, довольно, достаточно. Для ребенка это что-то очень сложное. То есть ему кажется, ему будет казаться, что вы, значит, разводясь с его мамой по сути дела, вы, разводясь с его мамой, предаете его. Он думает, что так вы связаны еще хоть как-то друг с другом. Мама, конечно, давит на больное здесь у ребенка, но вы имеете право подать на развод, суд вас разведет, если вы подадите на развод, суд вас обязательно разведет. Но при этом нужно учитывать, что ребенок тоже на вас обидится, скорее всего. А ребенок, он тоже будет как-то вот негативно воспринимать то, что вы оставили его якобы, ну, там, со слов мамы. И ребенок будет думать, что вы реально, значит, не нуждаетесь в нем, в ребенке. Реально не нуждаетесь в нем и, соответственно, готовы его как-то вот бросить, от него отказаться, ну и так далее. И вам здесь нужно понимать, что он, ребенок, так думает, пока, ну, скажем так, пока он маленький. Пока он маленький, он так думает. Придет время, он повзрослеет, у него появится понимание того, кто он, кто вы. Он сможет смотреть на вас как на, например, уже человека, да? Он сможет смотреть на вас как на личность,
И он поймет, что поступили вы верно, правильно поступили, что ушли, что подали на развод и так далее. Вот. То есть тут вот просто нужно немножечко этот момент переждать. А именно вот, как бы, ну, переждать то время, когда вот его гнев, да, ребенка спадет, когда он поймет, что вы не ушли, что вы просто развелись с его мамой и все. Но на это, естественно, нужно будет время, На это, естественно, требуется время, к сожалению. И, к сожалению, не один год, скорее всего, на это потребуется. Вот. А пока что, вы пока что выставляете себя жертвой. Пока что вы ведете себя так, как будто от вас ничего не зависит, хотя это не так, на мой взгляд, потому что, ну, от вас зависит, да, то, что вы можете это сделать, вы можете развестись. То есть о вас не о вас как бы не думают. Если о вас не думают, вам нужно думать о себе. Самом самостоятельно. Потому что, ну, просто больше о вас некому подумать. Понимаете, в чем дело. Подавайте на развод, если есть такое желание. Если с женой нет возможности договориться, подавайте на развод, взаимодействуйте как-то с ней по поводу развода, взаимодействуйте с ребенком, со своим, все равно, несмотря на то, что он будет вас не принимать. Да, вот, это единственное, что вы можете сделать. Если вы не готовы взять ответственность на себя, если вы не готовы как-то вот сделать выбор, если вы чего-то боитесь, то в этом вам можно будет помочь. Вот, принять решение, сделать выбор, понять, что не дает вам этот выбор сделать и так далее. Но вы не делаете счастливыми своим поведением ни жену, ни ребенка. Вообще, даже ребенка в большей степени. Вы ребенку вредите своим поведением, потому что вы ему надежду даете, ну, с одной стороны, с другой стороны, вы своим поведением действительно допускаете тот факт, что и если вы разведетесь, то не будете взаимодействовать с ним. И поскольку это не так, то я думаю, что
Вам нужно это до него донести. Донесите до ребенка, что это не так. Донесите до него, что он ошибается. Что он не прав. В том, когда говорит вам, что если ты разведешься, то мы тебе не нужны. Но это же, сами понимаете. Это же поведение. Это определенная модель поведения, которой вам нужно придерживаться, чтобы показать ребенку, что он не прав. А пока вы такой модели не придерживаетесь, поведение, ребенку передается ваша неуверенность в себе, и из-за этого он так себя с вами и ведет, по большому счету. А на этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!